Давай возьмем руку. Сегодня я решил снять просто обычный день. Как проходит мой обычный день? Потому что я почему так редко снимаю видео? Я пытаюсь снимать только самые интересные моменты из моей жизни, а на самом деле они случаются очень-очень редко. Также хочу вас попросить писать в комментарии, на какую тему вы хотели бы, чтобы я снимал видео. Это очень важно. А уже по вашей активности я узнаю, нравится ли вам такое видео. Я поправлю, ты еще. Нет, это неисправность. Подлог. Пацаны, конец ошибок. О, ну написала ошибка автомата. Написала ошибка. На. Всем привет, ребят! Какой сегодня день? Сегодня второй день нашего мини-влога. Сегодня нам нужно ехать на Чегорина, на Дружбу народа, в совсем другое место. Я слався, слаживает говно. ДБ. Я сложил говно. Диаметр. Мы решаем школьникам задачи за деньги. За деньги? Кто берет? Да я шучу, никаких денег нет. Да, вы меня чуете? Да, привет. Как ваши дела? Хорошо. Что вы делаете? Это не корректно. Ты меня флешку забрала? Так. Это твой Bluetooth. Алло, да, да, я вас слухаю. Я вас слухаю. При этом всем тут есть учитель, если что. Подожди, где моя? 5 мегапикселей, понимаешь, камера? Да завалитесь к чертовой матери. Да, стой, стой, стой. Что? Поедем завтра на вокзальную. Зачем? Ну а шо? Мне это твоя шутка? Ну да. Уморительная шутка. Мне совсем другую сторону. Ну хорошо. Я не знала. Ты не хочешь там погулять? Мне в другую сторону. Ну хорошо. Ты по ресторану, ребята? Домой. Да. Стасик. Это Стасик. Так проходит будни Стасика. Доля, Доля, это лучший друг Стасика. Влад, Влад, что ты отталкиваешь? Беру в прошлый раз, теперь включаю заново. Это где Влад. Сидел? Стасик, Стасик. Вот так, убери камеру. Пар. Не выйду. Куках бар, вот это мне сюда, короче, надо. Блэквуд. Блэквуд бар. Хочу на видео попрощаться с Толей. Всем привет, с вами Анатолий. А и сегодня мы прощаемся с Стасом. Короче, прощай. Пока. Ну что так близко? Нормально. Да. Спасибо большое за сегодняшний день.
Давай пожмем руку. Я падаю.